Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге «Великий музей мира» Тициан Вечелио. Увенчание терновым венцом. Около 1542 года дерево масла 303 на 180. Одну из сцен страстей Христа Тициан, величайший мастер эпохи Высокого Возрождения, изобразил на фоне арки под мраморным бюстом императора Тиберия. Коронование терновым венцом, знак того, что Иисус назвал себя царем иудейским, происходило словно в безмолвном присутствии последнего римского императора, в годы правления которого случилось это событие. Мраморный двойник всеми почитаемого владыки похож на бессильного идола, а тот, кто может врачевать людские души, унижен, оскорблен и осужден на смерть. Остервенелые и ослепленные ненавистью воины набросились на него, словно лютые звери, и палками возложили терновый венец. Лик Христа искажен страданием. Ну вот такое описание к работе «Увенчание терновым венцом», автор Тициан Вечелио, около 1542 года, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, всего хорошего, до свидания. Da-da-da-da.